спустившись пониже до земли, видно. Вот эта пать. Тут последний раз, наверное, горело, я не знаю. Может, лет 5 назад, 4. А вот там видно березы белые. Это уже где-то в начале 90-х, наверное, выжжено было. А дорога вот такая. По поди идет, вся заросшая травой. Вот тут есть три вершинки, явно выступающих. А справа господствующая вершина, там стоит даже триангуляционная вышка, где-то там. Сейчас ее не видно. Я сейчас заберусь повыше, сделаю рекогносцировку с воздуха. И в следующий раз уже точно поеду туда, куда надо. Разведка молчит, бежит вперед. Ну и мы за ними потихоньку. Закончилась возможность проехать. Здесь уже прошел сплошной подрос. Тут-то можно проезжать еще. Надо только аккуратно выбрать дорогу. И подъехать вот там впереди виднеется вершинка. К ней. Сейчас пока пешком схожу, посмотрю. Добрался до самой почти вершины. Поднимаюсь. Тут следами все истоптано. Солнечный склон. Греются, ходят, наверное, козочки. На вершину уже недалеко. А вид какой сверху. Все озера видно. Первый — это Иван. Вот прямо деревня Тосей там. За ней Арахли, база РЖД. И там на горизонте Шакша. Потом через озеро, там на том берегу видно эти склоны белые. Эта дорога идет на Шакшу, в село Беклемишу. Вон оно что. Синьба. Марконерская. Сейчас мы дойдем, посмотрим, есть ли там солнце старое. Вот она, синьба. Там, где я сейчас иду. Где-то есть солнце тут. Сейчас его не видно, но следы есть. Потому что с этой стороны всегда ветер дует. Вот лесенка лежит, по которой туда залазит. Но я не полезу. Она не сильно новая. Но лет 10-15, наверное, не больше. Деревья еще сухие или живые. Возвращаемся. На спуск пошла дорога. Вот это перед нами озеро Иван. За ним видно корпуса на Рахли. Это профилактория РЖД. Как-то собаки сегодня вяло реагируют на лошадей. Даже за дичь их не считают. Чукча одна боится. Если бы Люська побежала, этого побежала. Одна боится. О, они идут к ней на разборке. Все со звездочкой. И с полоской. Любопытные. О, Люська подключилась. Ну и тут сейчас это тоже такая радостная. Включаем тормоз. Та-дам. Мустанги сейчас будут атаковать. Лукадава. Ну что, чучадя? Чучка вон она дальше убежала. Носится туда-сюда. Где Люська? У Люськи-то инстинкт, их надо пасти и охранять от волков. Вокруг бегать.
Возвращаемся домой. Погода хорошая опять. Теплый день. Что-то градусов сколько обещали там. Сейчас я посмотрю на термометр. Ой, не вижу. А что-то градусов 7, наверное. С минусом, конечно. О, спугнули стаю куропаток. Вот такая дорога нынче. По озеру я сократить решил путь, пока никто не видит. Но уже процентов, да я не знаю, но 40-то точно, наверное. Почти 40% чистого льда. Выдуло все. Благоприятнейшие условия для развития рыбы. То есть снега нет, лед тонкий, морозов-то нет. Вода большая, но просто идеальные условия. Солнце много туда попадает, света. Через озеро короче, потому что там это протока, она не замерз, до сих пор бежит.